Копия Ольги, поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Получается, у нее стоит своя защита, я ее оставляю с ее... Оставляй, если это ее защита. телом. Хорошо. Если это будет негативно, но все равно уйдет при сканировании в клетку. Не от нее. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверят. Хорошо. И я даю команду на три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Ольги. Пространство над головой, под ногами. Один, два, три. Да, будет так. Сканер начинает сканировать. Находит все. Но я нижних не вижу. У нее космические. И у нее много эмоций своих. Так, космические. Ну, поехали. Кто у нас там? Рептилоид, Грей, Дракон. О, рептилоид. Грей. Дракон. Я не понимаю смысл защиты тогда. Она что? Защищалась от темных низких. Если рептилоиды и грей и дракон. От Испок... людей, скорее всего. Возможно, от людей. Понятно. Какой дракон, Вера? Дракон синий. Синий. Считай, пожалуйста, цифры у него над головой. Одна голова. Головы у него две. Угу. Три тысячи. У -у. 561 и 842 и 842. Ну это высокий уровень дракона, уровень осознанности. Дракон, вот объясни мне, как долго ты находился в ее биополе? Это 3561 уровень. Три года. Три года. А на что тебе, что тебе так понравилось в ней, что ты зашел? Покажи мне ситуацию. Связи с космосом. Как ты ее выловил? Как Какая ты ее... наивная. Ну, понятно, ты представил свет, она просила света или защиты, ты вошел в виде света или защиты, да? Или как это было? Расскажи мне. Мы не первый раз такие истории слушаем. Вы очень ограничены в своих знаниях. Все делаете правильно, но очень узко смотрите. Давай чуть больше конкретики. Нам не надо послание всему человечеству, нам надо конкретная ситуация. Ты три года вошел в это, назад в это биополе. Почему ты зашел в это биополе? Покажи ситуацию. Если ты находишься в этой клетке, Дракон, то не такие уж мы слишком ограничены. Сделала ты... портал на маленький, узкий и просила э -э связи с космосом. Не конкретизируя с кем? Эгрегор идет. Почему-то. А что за эгрегор? Это космоэнергетика или что это такое? Объясни мне, что за эгрегор. Мне интересно, какой запрос был? Но он говорит, что это вам лучше у нее спросить. Но ответила я на этот запрос. Понятно. То есть она сделала незащищенный канал, правильно? И ты был в состоянии считать эти вибрации? Есть много техник. Вы используете самые примитивные. Они не защищают от нас. Ага, понятно. А такая вещь, как печать дракона, защищает от вас? Да. Хоть покажу. Много символов. Много символов. Абсолютно верно. Я не буду ее сегодня доставать, но она у меня есть, чтобы ты был в курсе. Поэтому я тебе просто говорю, не стоит нас недооценивать. Мы не такие уж примитивные людишки. Ни в коем случае. Здесь Хорошо. не было недооценки. Ты спросил, и я ответил. Ты ответил все правильно. Хорошо, так, рептилоид с Греями. Ценю за то, что вы сразу вышли. Греи. Сколько их, Вера? Двое. Два Грея. Грея, вы знаете меня? Кивает. Хорошо, значит, тогда мы сэкономим нам всю эту процедуру. Вы вышли, вы знаете, что сейчас будет. Будет происходить чистка, я дам вам всем команды выйти. После того, как мы заберем, сделаем реверс энергии, вытащить все, что вы оставили. После этого будет проверка. Все, кто пройдут проверку, уходят на свою чистоту безболезненно. Если кто-то меня будет обманывать или не отвечать на мои вопросы, или пытаться что-то там оставить в биополе, тут будет сильно наказан. Я не хочу этого делать, поэтому вас просто предупреждаю, здесь все серьезно. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо, мы тогда сейчас будем переходить к процедуре реверса энергии. И Я даю команду тонкой копии Ольги спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, негативные, и патогенные, низкие энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что она получила от них возвращается к ним. Ты знаешь, она стоит вся в свете. Видимо, она просила этот цвет защиту. Я не знаю, что это. Но из-за этого света я ничего не вижу. Что на ней? Хорошо, я даю команду. Сила моего намерения. Этот свет уходит в клетку тюрьму. Один, два, три. Готово. Хорошо, теперь посмотри. На, на ней есть. На руках на ногах, Гири. А, вот и на это магия. Хорошо. Так. И Влад, на руках и на ногах Гири разрежь, разрежь лазером 1, 2, 3. И отправляй в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Этот свет закрывал нам их, да? Ну, а свет, он, знаешь, он как живой. Он вот весь играет. Мы не знаем причины этого света. Это эгрегор. Это эгрегор. Хорошо. Значит, у нас Гири, у нас Эгрегор Свет. Так, а есть ответственность за этот Эгрегор, интересно? Так, у нас реверс продолжается, Вера, да? Реверс, сейчас, секунду. Реверс окончен. Отлично. Устанавливается фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Ольга забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что не взяли до последней капли, возвращает Ольга себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Дракон, я хотел спросить тебя одну вещь. Ведь кто-то, она же пыталась сама себя чистить и обращалась наверняка как кому-то. Тебя что, не нашли там или как? Вот этот свет, он закрывал космических. Они не нижних верили. там нет, нижние не вынесли. Mm -hmm. Хотя были. Понятно. А их не заметили, правильно? Но они не то, что не заметили, они сами и создавали, считай это. Но mm -hmm. получается, Ольга свято верит вот в этот свет, этот эгрегор. Хорошо, давай и попробуем. И она окружила себя им. Здесь mm -hmm. нет ответственных. Нет ответственности, хорошо. Ну, и у нее и... много эмоций выложено в этот, в этот эгрегор. А пользу он ей какой-то дает этот эгрегор, судя, потому что в ней находится нет. Рептилоид игры. как долго, как долго вы находились в биополе? Даже три года. Три года. Значит, последние три года, Ольга, все ваши защиты, судя. По наличию интерферентов и возрасту их нахождения в вашем биополе, срока, вернее, вашей защиты не работают. И этот эгрегор он не, не защищает вас от космических цивилизаций. Мы это хотели вам просто сказать. Хорошо, я даю команду на счет 3. У вот этих гиль выстраивается канал к ответственным. 1, 2, 3. И все ответственные, заказчик исполнитель, все притягиваются в клетку тюрьмы и становятся рядом с этими артефактами. Да, будет так. Здесь грязь какая-то. Снимаются все маски, голограммы, все предстоит в клетке согласно своему эфирному коду. Вот этой грязи выстраивается канал к ответственному, притягивает всех ответственных. По цепочке. Формировалась сейчас эта грязь. Да. Двоих, два человека. Два человека. Так, кто у нас там? Два человека. Две женщины. Две женщины. Отлично. Вот я их на десерт оставлю. А пока буду разбиваться с этими всеми. Хорошо. Ревер закончен. Отлично. Все. Я прошу сейчас, обращаясь к синему дракону, выйти из клетки, вытащить все платы, все, что он оставил, все подключки в биополе Ольги. И стать потом доложить у готовности к проверке. Очень похоже, что Ольга Ангел. Он снял с нее вот эти платы, и она так ну, расправляется. Крылья расправляют. Дракона. Но Не видно их пока. Движение, которое она делает. Может быть, если человек не знает, и крылья не появятся. Вероятно, только у осознанных ангелов появляются крылья. Поэтому мы не можем, к сожалению, здесь никому ничего предъявить за исключением вот этих двух женщин магии. Но снял дракон плат. Хорошо, так я прошу рептилоида, обращаясь к нему, проконтролируй, пожалуйста, работу Греев, пусть они выходят сейчас и вытаскивает все, что они оставили в биополе до последнего проводочка и чипа, и возвращается в клетку. Приступайте. Снимает они подключки на голове. Угу. Грей, объясните мне, что эти подключки, какую реакцию они вызывали в Ольге, за что они были ответственны? Ну, отсасывали они энергии с ней. Ну, вы провоцировали ее все равно каким-то действием. То есть это, чтобы эту энергию вырабатывать ей, вам надо не просто подключиться, а еще заставить ее вырабатывать какую-то энергию. На какой энергии вы питались? Какие вы в нее вырабатывали эмоции, чтобы она эту энергию для вас производила? Они показывают на этот эгрегор. То есть она посвящала себя, этому эгрегор. А что это за эгрегор, Грей? Может, просветите меня? Тут все, по-моему, больше меня знают. Что это за эгрегор такой, что вы, благодаря ему еще и отлично себя чувствуете? Космический. созданный в... нами, космическими. Ловушки. А, ловушки, понятно. Это все попадает под космоэнергетику, да? Он говорит, что попадая один раз сюда, вы уже не можете выйти, постоянно приносите сюда все эмоции и энергии. Здесь мы их и как раз подключаем. И переводим туда, куда нам надо. Конвертируйте переводите их в общий какой-то центр, куда вам там надо. Я знаю. Забрал как Хорошо. Так, сейчас я даю команду на синхронизацию между энергией синего дракона, энергией Гре и рептилоидов. Значит, три. Каждый забирает свои энергии. Ольга забирает у них свои энергии. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до ста процентов. В любом случае, Ольга, мы рекомендуем вам очень серьезно обдумать, стоит ли вам работать с этим эгрегором, который был создан космическими сущностями. Это ваш выбор, свободный выбор, поэтому пересмотрите этот момент. Может быть, вам это поможет. Ну, рассинхронизация закончилась, и вот, Греи, они еще говорят, что нужно быть осторожными с энергиями, которыми она... Конечно, существуют энергии, с которыми вы можете работать, и они будут помогать. Они действительно нейтральные. А что, она запрашивает ваших энергий, космических, или что, я не пойму? То, что хорошо для Грея, совсем не обязательно хорошо для человека, и наоборот. То, как она запрашивает, приходим мы. Все, понятно. Ольга, другими словами, вы вашим запросом приглашаете сами интерферентов. Проверьте свою процедуру, как вы работаете, но ну, у вас там глобальная какая-то очень серьезная ошибка, или в мыслях лежит, или вообще в направлении. Поэтому здесь мы только мы ничего не можем сделать для, на будущее, если вы не переосмыслите сами. и не не говорят, на... что она борется с ветряной мельницей. У меня тоже такое ощущение почему-то. Все, все эти годы она нам приносит энергию. Приносила. Давай остановимся на этом, потому что это в прошедшем времени. Сейчас она, вы уйдете из ее биополя и больше не будете возвращаться. Потому что если вы вернетесь, я второй раз вас славлю, вы очень будете серьезно наказаны. И как вы знаете, из своих миров. Поэтому в прошедшем времени, пожалуйста. Так, все все забрали, да, Вера? Да. Давай тогда отпускать их и будем работать дальше. Хорошо, так, э, рептилоид готов уходить? Они все готовы, проверять будем мы. Конечно, я подхожу к Ольге, кладу руки на плечи и, во-первых, отбиваю каналы своей собственной энергии. Один, два, три, сжигаются каналы к интерференту. Открывается портал в галактическое ядро, Они улетают в галактическое ядро на переработку. Готово. И я даю команду сканеру на счет три начать проверку Ольги Сканируется все пространство вокруг нее, пространство внутри ее, все семь тонких тел, малейшие наночастицы от интерферента, малейшие патогены, как красные маячки, в местах интерференции. Сканер работает, находит все. Чисто. Я не сомневался. Хорошо. Так, рептилоиды Грея готовы уходить? Готово. Хорошо, открывается один портал против часовой стрелки на частоте рептилоида наверху. Один, два, три. И рептилоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. Закрывая, печатаю, Растворяя. Готово. Хорошо, Грей, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Грей. Грей забирает все, что они с собой принесли, уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Готово. Хорошо, синий дракон. Благодарю тебя за ответы. Прошу больше в это тело не приходить. И ты мне должен дать слово синего дракона, что ты больше сюда не придешь. Слово синего дракона. Благодарю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Один, два, три. И он уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, включаем высокоибрационные фиолетовые лучи, вытесняем весь негатив, оставшийся от интерферента в этой комнате. Оставляем лучи включенными. Хорошо, Верочка, что у нас в клетке? Остались только Гири, этот эгрегор и, и эти две женщины, да? Свет да. еще там. И свет этот еще. Свет отдельно? Но это и есть эгрегор. Вот это цвет. и есть эгрегор. Хорошо. Так. От эгрегора мы ничего сделать не сможем, да, Вера? Нет, она сама в него вкладывалась. Да, значит, мы Поддерживала можем... Поддерживала его. Понятно, мы можем только скинуть его, больше ничего, да? Да. Открывается внизу портал под этим эгрегором галактическое ядро. Один, два, три, эгрегоры улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, и переходим к интересному, интересной части. У нас там две женщины, да? Да. Хорошо, я подхожу к ним, спрашиваю, кто такие, как зовут? Имя назови свое. Кто заказчик, кто исполнитель? Ну и, и есть заказчик и исполнитель, и они, ну, рычат, что ли? Рычат. рычат. Ой, как хорошо обожаю такой. Влад, а ну просканируй их на наличие магической защиты. Приступай. У них есть защита, и причем они без конца генерируют. Они как вампиры рычат. И в моих руках появляется огромный шар любви абсолюта. Один, два, три. И я этот шар кидаю в клетку, где они находятся в них. Один, два, три. Сжигает все защиты. Да будет так, а так и есть. Сожг сожглась защита вот так как они сейчас выглядят смотрят на тебя вы, вы видите меня, ведьмы, колдуньи. Вы знаете, куда вы попали? Нет. Вы Видят сегодня... тебя, но они не знают. Вы попали на то, что называется кармой. Это когда возврат идет за все ваши светлые, хорошие деяния, в кавычках, которые вы сделали. Какое вы магическое воздействие наложили на Ольгу? И кто это делал? Меня интересует. Обе? Старшая. Старшая. И на старшую одеваются эти гири. Один, два, три на ноги. Не может снять и на руки. То, что она связана, связываем ей руки тем, что она связала. Один, два, три. Хорошо. Поехали. Но она смотрит на них. Ну, что ей не нравится? она не понимает, как такое возможно. Ну вот представляешь, какую мы власть имеем над черными, над вами колдуны. Это еще только начало, сегодня будет тебе весело. Имя свое назови, или я тебя сожгу здесь в клетке. Валя и Надя. Валя и Надя. Настоящие имена назовите. Я предупреждаю, любой только обман. Только эти знаем. Только эти знаете. Хорошо, когда вы навели? порчу или магию на Ольгу. Сколько времени прошло? Она показывает, они постоянно в нее вот эти вот гири кидают. Она их пытается сбросить, они опять кидают. А почему вы это делаете, Валя и Надя? Кровь. Что? По крови связаны они. По крови они связаны? Вы родственницы ее? Или как, я не понял. Объясняй давай. Факторят выстраивается. А Ольга, да. мужчина и ребенок. И с другой стороны, вот эти две женщины, и они как клином на ребенке сходятся. Вот как. И что вам так в ней не понравилось? То, что у нас эти мужчины или ребенок, или что? Вы знаете, то, что вы сделали сейчас, вам не будет прощения. Вы уйдете все в ад. Все не смеются. Да. Отлично направляя на них свою печать. Семи Архангел мощнейшим ударом сбивая их с ног. Удар. Они, знаешь, они какие-то противные, вот они как не люди себя, не люди, вернее, себя ведут, шипят, какие-то вещи такие низкие делают. Давай попробуем вы, вытащить из них, может, еще канал построим, или мы вот делали уже канал, может, там еще кто-то стоит сидит кто-то, наверное, ну. ну в них понятно, да, хорошо, я сейчас попробую и выстраивается канал от этой Вали и Нади, значит, три притягивает всех остальных ответственных за эту интерференцию по ДНК нахожу их где бы они ни находились, притягивается в клетку тюрьму. Смотри, конкретно этой интерференции никто не притягивается, но я чувствую, что там есть внутри, там сидит. У них. Ну да. Ну у них, конечно, сидят демоняки. Обращаясь к демону, который сидит в главной, к демон, я хочу с тобой пообщаться. Если ты хочешь, чтобы я тебе создал ситуацию, в которой ты выпрыгнешь из этой клетки, я тебе сейчас открою поток абсолюта любви отца, и он тебя сожгет на месте. Тебе будет очень некомфортно в этом биополе находиться. Я хочу с тобой просто пообщаться. И обещаю не воздействовать на тебя, если ты выйдешь и пообщайся со мной. Он говорит, что он не выйдет, но он тебя слышит. Хорошо, Димон, давай решать ситуацию. У нас конфликтная ситуация получилась, потому что тот, в ком ты сидишь, неугомонный. И начинает делать вещи, которые, в принципе, нам не нравятся. Понимаешь? Это, этому должен быть когда-то наступить конец. Я тебе предлагаю один вариант, потому что если я второй раз этих женщин вытащу... Я тебе сделаю очень некомфортные ситуации. Очень некомфортные, поверь мне. Я впущу просто энергию царя Соломона в клетку и посмотрю, что останется от тебя. Если ты в следующий раз почувствуешь, что она собирается делать какое-то воздействие на Ольгу, ты должен отвернуть ее голову в другое место. Ты должен все ее мысли убрать от этого человека. Если ты этого не сделаешь, у нас с тобой следующая встреча просто запрограммирована. Он простраивает цепочку и говорит, что он не может. Там контракт есть. Какой контракт? На Ольгу или контракт с ней? Кровь, вот это по крови, что они сказали. Они простраивают эту цепь. Вот Понятно. этот парень, он так я так понимаю, Ольгин сын. Да. Там есть контракт. У сына или у нее? У сына Ой. договор с ней, а значит, с демоном. У сына договор с этой Валей, а как он у нее мог Нет, быть? Нет, другой, маленькой. С Надей, а как Нет. это, как он мог заключить с ней договор? Демон говорит, смотри дальше. Ладно, хорошо, все остаются в клетке, Вера. Нам надо будет вытаскивать все контракты и смотреть родовые проклятия. Там точно что-то будет. Мы хорошо. не можем смотреть. Ольга не заключала ничего. Ольга не заключала, но если она по крови связана с ними, то что-то должно быть. Сына по-любому как-то придется, я не знаю, смотреть, потому что если у него заключен контракт, то это, конечно. Ладно, поехали дальше. Хорошо, давай теперь сделаем следующее. Я сейчас хочу дать откат этим Вивали с Наде И, значит, три я выстраиваю канал от Ольги к Вале. Один, два, три и возвращается с огромной скоростью тем кто ее причинили все кто навел порчу получает назад все в том объеме который принесли один два три она а ж как ветер дует и грязь несет на них до последнего микрона идет отторжение включая ольги белый свет она помогает сама садится к ним назад на эти же места готово Отлично, хорошо. Так, и подхожу к Ольге, кладу руки на плечи и сжигаю этот канал к магии. Один, два, три. Открывается портал в галактическое ядро, он улетает в галактическое ядро на переработку. И подхожу к этим Вали с Надей, в моих руках появляется мой перстень магический. Один, два, три. Открываю его и дую на них Да, будет так. Стираю вам полностью магическую память. Ни одно заклинание у вас не получается. Никто вас не слышит. Забывайте полностью все, что касается магии. Головная боль и отток энергии. Как только вы перестаете заниматься черной магией, вы чувствуете себя нормально. Да, будет так, а так и есть. Программа действий, программа активирована. Знаешь, сперва их покрыла грязь, теперь их покрыл золотой порошок. Вот они так и стоят сейчас в задумчивости. Хорошо, я подхожу к ним и спрашиваю, кто они такие? Они знают, где они находятся? Кто? Вы сюда просто попали, мы не знаем, как вы сюда попали. Вас вернуть назад, домой? Вы знаете вот эту женщину, которая стоит там? Вы видели когда-нибудь ее? Они не понимают тонкую копию. Не понимаю. Отлично. Хорошо. Память стерта. И я даю команду, значит, три открывается, два портала на чистоте вали. и один, один, два, три, они уходят. Забывает все, что здесь было. Один, два, три. Магия уничтожена. Да, будет так. Уходит на свою частоту, закрывая, печатай, растворяй. Надоели. Чернокнижники драные. Готово. Удивлены они. Посмотрим, как они сейчас удивятся с этими гирями на ногах и откатом за все эти годы. Хорошо, Вера. Эмоциональный фантом мы остановились. И выходит эмоциональный фантом Ольги. Один, два, три. Готово. Хорошо. Запускаем процесс активации. Еще три. Один, два, три. Пошел процесс. У нее прошли, прошли энергии по всем чакрам. Крылья Отлично. открылись. Крылья открылись. Ангелом умеем дело. Отлично. Чистая энергия, ангельская. Замечательно. И включаем и не Ними, надо работать. Отдельный ангельский поток и включаем, заполняем полностью ее тонкие тела. Энергия ангелов. У нас она есть. Открыли, она пошла и распределилась туда, где нужно. Отлично. Создаем защитную оболочку по цене. Тонкую копию Ольги к источнику полезной энергии Земли и космоса и воссоздание защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Готово. Хорошо, пусть тонкая копия Ольги вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ольги до значения 720 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Но ну, энергии смешались по всем телам угу. и распределились по своим местам. Готово? Хорошо. Ольга, обращаемся к вам. Как вы себя чувствуете? Легко. Отлично. По традиции, если у нас ангел, мы всегда вызываем его друга на встречу короткую, и мы приглашаем в нашу комнату диагностики друга ангела Ольги. Просим прийти к нам в комнату диагностики. Женщина. Мы приветствуем друга Ольги. Как нам к вам обращаться? Представьтесь, пожалуйста. Ирис. Ирис, уважаемая Ирис. Мы сегодня по воле излиянию Ольги произв... проводили чистку ее био. Вытащили кучу всяких таких вещей. Я думаю, вы в курсе, что произошло. И вы знаете, кого мы вытащили. Мы сегодня увидели в чистке после того, как мы убрали ее крылья. И я подумал, что вам наверняка хотелось бы увидеться со своей подопечной, как и ей с вами, и, возможно, даже обменяться энергиями, если вы этого хотите. Низкий поклон вам за эту встречу. Ольга так долго искала дорогу, пришла разными путями, доверяясь другим. А все, что нужно было узнать, кто она сама есть и какие энергии у нее есть внутри. Абсолютно Я верю. с удовольствием сделаю циркуляцию ангельской энергии. Благодарю вас, Ирис. Это оживит ее возможность. Замечательно. Тем более, после, после таких воздействий, которые на нее были, там и черная магия была, и дракон 15 лет сидел, и Грей с рептилоидами. В общем. Всего этого нет. Пусть начинает новый отрезок жизни. И лучше общается со своим куратором, со своим другом Ирис. Ну, который... они за руки взялись, и у них по кругу прошла энергия. Я вижу. Готово. Замечательно. Ирис, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Если вы хотите от себя два слова добавить, у нас не было разрешения, вернее, согласия на сеанс эм, с куратором. Если такое желание будет, я уверен, Ирис, мы наверняка еще с вами встретимся. Но если вы хотите сейчас что-то ей передать в эту первую встречу, это был бы самый лучший момент. Это радость встречи. Я бы хотела, чтобы она осталась на уровне этих эмоций. Замечательно. Радость встречи с ангелом. Так и будет. Да, будет так. И, и, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами, которые есть только на Земле. Один, два, три. Все самые чистые экологические продукты, которые у нас остались на земле, примите, пожалуйста, этот скромный подарок, уважаемая Ирис. Все кураторы, все учителя у нас уходят с подарками. Поэтому вы не исключение. Прошу принять этот маленький жест благодарности. Ягоды, так, Ягоды. необычно. Конечно. Насколько я помню, на земле принято дарить цветы. Мы можем женскому вам... Женскому полу мы можем вам и цветы подарить. Но я подумал, что у ангела всегда много друзей, которым будет очень приятно получить такой подарок. И Верочка, в горшочке у тебя появляется а большой куст самых красивых роз. Один, два, три. Они живые, в горшочке растут. И передай это, пожалуйста, Ирис. Вот вам и цветы. Ты романтик. У меня тоже крылья. Ну, у меня, же тоже, крылья, у меня же тоже крылья есть. Конечно, можно быть и романтиком. Благодарю. Благодарю. Ирис, я прощаюсь с вами. Говорю до скорых встреч, вернее. Очень было приятно общаться с ангельским миром, как всегда. Желаем вам всего наилучшего. И я говорю до скорых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Ирис ушла. Отлично, Ольга, вы получили сегодня имя своего куратора. Ангела Ирис, вы можете теперь с ней связываться. Все дальнейшее она вам рассказывает. Вы довольны? Я в восторге. Замечательно. Вот эти слова мы и хотим слышать после наших сеансов. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между тонкими телами и физическим биороботом на всех уровнях. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я здесь.